камерный зал классики большой, но и он с трудом вместил такое количество зрителей. Родители, педагоги и дети собрались на спектакль, поставленный театральной труппой 179-го детского сада. Сегодня малыши играют не в куклы и машинки, а в сказку «Королевство кривых зеркал». Но главное, спектакль благотворительный. В зрительном зале и дети с ограниченными возможностями. Живо интересуются волшебными приключениями Оли и Яло. Для маленьких актеров переполненный зрительный зал – настоящий праздник. Мы убеждены, что такие добрые дела наших детишек надо поддерживать. Это, конечно, и примеры другим детским садам, школам, чтобы действительно такие неформальные методы работы, находить общение. Но и важно то, что детишки здесь учатся творчеству. Да, они не просто становятся профессионалами своего дела, но они будут добиваться таких же интересных результатов в других сферах жизни. Поэтому мы, безусловно, будем поддерживать такие интересные дела в нашем городе для того, чтобы и жителям было интересно, и родителям, и детишкам.